Всем привет, дорогие друзья, с вами Старник, и сегодня мы продолжаем выживать в Майнкрафте. Это уже вторая часть. В первой серии мы очень весело провели время, когда были в шахте, и мы там очень много всего добыли. И ну, у нас теперь очень много ресурсов, куча железа, угля. Вот. Сегодня, я думаю, мы будем строить дом, и посмотрим, сколько времени у нас останется. Если будет много, то мы еще там что-нибудь поделаем. Давайте сейчас немножко дерева нарубим еще. Так, у нас оно все закончилось почти. У нас только 12 дерева. Сейчас нарубим. Можно будет начать строить уже этот основную часть дома. Основание можно будет строить. Там, например, пол, стены. Пока что без стекол и без всяких украшений. А так вот, пока что бедненько будем жить, наверное. Потом мы построим немножко посильнее, ну и покруче дом, побольше. Будет покрасивее намного. Но пока что будем просто построим такой, ну, домик, чтобы укрываться от мобов. Так как ночью у нас мы же не сможем вечно в шахте ходить со ну, с факелами, которые будут освещать, чтобы мобы не спавнились. Так, 20 дерева. Давайте еще вот это дерево срубим и пойдем строить дом. Но для начала найдем мы, конечно, место, где будем строить. Расчистим там немножко от травы всякой, от этих растений. Так, у нас вроде бы еще даже нет кровати. Или уже есть? Кровать, кровать, кровать. Нет, у нас нет кровати. Но у нас почти хватает шерсти на кровать. Еще одну надо добыть нам. Получается, мы сейчас убьем... Овечку где-то найдем. И сделаем кровать заодно. Так, вот у нас овца как раз. Так, все, у нас теперь 3 шерсти есть. Давайте сейчас походим тут, посмотрим, где-то есть, может, место нормальное для того, чтобы построить дом. Так, давайте... Куда-то мы упали сейчас. Сейчас давайте выберемся отсюда. Там можно будет на какую-то гору подняться. И, может быть, даже там разместимся. Хотя нет, давайте поближе к воде где-то тут разместимся. Так. Можно вот на тот островок пойти. Посмотреть, что там есть. Там вроде бы такой остров чистенький более-менее. Нету куча деревьев, и равнина какая-то там даже есть. Типа того. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас там есть. Нам сейчас еще немножко тут доплыть надо. Так, под водой, интересно, сейчас мы найдем что-то интересное. Типа глины. Не, не нашли мы. Ну, ладно, не беда, глину мы добудем потом, наверное. Даже не наверное, а точно она нам пригодится. Кирпичная никогда им не мешает. Например, кирпичная крыша или еще что-нибудь. Так, давайте вот сейчас вот тут вот немножко очистим местность. Так. Заодно добудем семян и сделаем огород, наверное, еще. Пока что мы будем питаться на огороде. И, ну, или можно будет на этих семенах посадить пшеницу, а потом... Когда будем собирать пшеницу, нам будет еще падать семена. Будем разводить курей. Чтобы мясо еще было. Не только что одним хлебом питаться. Так, приблизительно уже что-то у нас есть тут. Давайте сейчас сделаем кровать. Стоп, у нас должен быть верстак. Вот у нас есть верстак. Так, вот кровать. Давайте ставим кровать. Еще печку давайте сразу же поставим. И пока мы будем тут строить, можно переплавить немножко железа. Сколько там будет. И, значит, что мы сейчас будем делать? Давайте дубовые доски... Ой, нет, дубовое дерево в доски переведем. И сделаем такое небольшое основание тут. Для дома. Так... Тут портак у меня небольшой.
Сделаем такой это, пропорциональный дом. Он не будет у нас сильно большой, но и не сильно маленький. Так. Смотрим. Да, у нас тут все нормально. Вот тут вроде заканчиваем. Да. Тут раз, два, три. И вот тут мы уже строим. Так, вот, мы все сделали основание. Самую прям начальную часть дома. Думаю, для окошек все равно мы место можем оставить. Но не прям, чтобы в коробке жить без освещения. Или на освещение факелов. Давайте сразу, да, оставим немножко места для окошек, да. Так, вот тут у нас будет вход. Пока что будет одна дверь. Потом мы можем сделать, например, нажимную плиту. Или нет, подождите, нет, еще ее нету. Или есть уже. Вроде бы, да, есть. Нажимная плита уже есть тут. Сможем сделать нажимную плиту. И поставить двери, чтобы они автоматически открывались и закрывались. Так. Давайте попробуем. Может сделать топор. Да, нам не хватает. И мотыгу заодно сразу же. И давайте топором мы все-таки вырубим место для окон. Или нет, нет, не такое. Так. Сюда. И топориком. Вот тут мы срубим. Так, пока тут не наспавнилась куча мобов, давайте лучше ляжем поспать. А то я их уже видел, там они вроде шли к нам сюда. Вот, считайте, что мы успели. Это два. Спастись. Сейчас они тут посгорают. И мы сможем этот подобрать с них лут весь. Будет вообще классно. Так, с этого лут не упал. Ну ладно, ничего страшного. Тут у нас будет окошко такое широкое. Давайте сделаем. Или лучше даже везде такое сделать, что у нас не совсем пропорционально будет. Да, давайте тут тоже сделаем окно такое. И вот тут тоже. Давайте сейчас я буду продолжать пока что строить. Потом добудем песок. У нас все равно сейчас печка занята. Так. Ставим под себя и опять ставим сверху блоки. Так, этот лишний был. Ну ладно. Все равно мы его должны будем когда-то поставить. Что я что-то расслабился. Надо как-то хоть смотреть, куда я ставлю. А то не смотрю нифига. Так. Тут уже мы ставим блоки ровно. И дальше что у нас тут будет? Давайте пойдем на максимум вперед. Во. Все. Если нам хватит дерева, то мы успешно все сделаем. Если нет, то не судьба. Потом, значит, сможем доделать мы. Но, в принципе, у нас будет хоть что-то уже похожее более-менее на дом. Так. Сюда. Так. У нас уже заканчиваются доски. Поэтому, наверное, придется немножко исправить дом. Или поставить крышу уже не деревянную, а какую-нибудь другую. Так, пока я подумаю, какую ставить крышу. Давайте чуток подкрепимся. И сейчас давайте, наверное, сделаем лопату. И что еще у нас тут можно? Да, лопату сделаем и накопаем немножко песка. Так. Песочек, покопайся. У нас его уже где-то штук 10 точно есть. Это прям точно.
Я, наверное, сейчас немножко прервусь. Хотя, ладно, нет. Не буду прерываться. Посмотрим, давайте, сколько у нас уже песка есть. 18 есть. Эти 20. Так, давайте еще копаем чуток. Сколько нам, сейчас я посчитаю, сколько нам надо. Получается, с трех сторон по 6 будет 18. Нормально, у нас уже хватает. Плюс можно сделать полублоками это все. Так, песок быстро вроде этот вот плавится. Переплавляется в стекла, я не знаю, как правильно там говорить. Так, давайте посчитаем. Тут 6, тут 6. Тут 6, да, 18 будет. У нас есть топор, давайте пока накопаем. Ой, нарубим еще немножко дерева. Пока есть возможность такая. Плюс топора мы все равно быстро рубим. Так. Уже почти одно дерево срубили. Да, вот даже срубили. Давайте маленькие, большие пока что не будем трогать. С ними много морок. Так. Думаю, доделаем мы дом и закончим серию уже. Потому что мы и так уже так довольно большое время играем. Так. Давайте вот еще какое одно нарубим. Дерево. Точнее, срубим. Вот это вот. Все. Давайте сейчас переплавим все это в доски. Ой, не переплавим. Переделаем все в доски. И, ну, как бы этот. Крышу сделаем. Так. У нас, получается, хватит нам. Так, я вот думаю. Или ставить. Ладно, все-таки я сделаю покрасивее. Так, так. Это мы давайте сейчас уберем. И будем дальше ставить. Также понятно. Ну, короче, понятно вам, наверное, всем, как мы сейчас будем ставить. Если непонятно, сейчас увидите. Так, значит, это срубаем, это срубаем, и это срубаем. Берем. Так. Вот сюда ставим тоже. Ну, я думаю, уже всем понятно, потому что многие так и строят. И вот, получается, за такую серию, за небольшое количество времени, мы сделали дом такой, не прям коробка, но и не дворец, конечно. А в принципе, такой домик неплохой получился. Так. Все. Теперь осталось посередине поставить дерево, и у нас будет до конца все доделано. Так. Надеюсь, у нас будет хоть какой-то свет без факелов. А, так у нас тут еще более-менее светло. Я так сейчас подумал. Пол мы можем сделать и в следующей серии, в принципе. Так, что мы тут можем сделать с этим? С этим стеклом мы можем... В принципе, давайте панельку сделаем. Так... Ее так много получается. И, в принципе, не, она не занимала. Надо было все-таки это, короче, все продумать. Если тут получается с 6 стекла, целых 16 панелей выходит. Нам бы этого, в принципе, хватило. Я что-то не подумал. И столько мы стекла с вами добыли. Песка, точнее. Ну все, у нас уже тут есть. Давайте все-таки факела поставим вот этот по углам. Так, так, так. Потом мы делаем сюда, 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 сюда.
И вот с этой стороны. Все, вот у нас тут будет освещение. Теперь давайте мы сделаем дверь. Их тут по три крафтятся. Деревянная наживная пластина. Эту, конечно, пластину смогут открывать и мобы. Но пока что у нас хоть что-то пусть будет. Так, ставим ее сюда одну. И сюда одну. Также давайте этот вот переставим наши верстак, кровать и печку в другое место, так как они перед входом не должны у нас стоять. Давайте поставим сюда печку. Вот сюда. Потом мы можем поставить сюда. Нет. Кровать мы поставим между как раз печкой и верстаком. Хотя у нас не получается. Тогда давайте в углу как раз тут разместим. Сейчас увидите, как может будет смотреться нормально. Так, у нас почему-то протекает крыша. Или может это какие-то лаги в этой версии пока что. Ну вот так, еще более-менее нормально. Выглядит у нас все. В общем, как вы видите, мы за эту серию хорошо потрудились, много чего сделали. Также я думаю, что в следующей серии мы доделаем наш дом. И еще что-то интересное будем делать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте видео, помогайте, ну, можете давать задания какие-то, или говорить мои ошибки в летсплеях. Вот. Делитесь видео с друзьями, тем самым вы поможете нам немножко развиться, нашему развивающемуся каналу. С вами был Мистер Ник, всем пока!